Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Андрей, и мы продолжаем. Итак, что нужно дальше сделать? Задания у нас нет четкого, то есть нужно, короче, идти просто дальше. Давайте сделаем крутой прыжок. Треху! Лёп. Переплыл на спор озера. Там было не так глубоко. Какие-то мины тут, походу, расставлены. Военные. А её, походу, надо от это. Давай, плыви. Надо подышать немножко. Мину не пройти. Надо подумать, как лучше пробиться на ту сторону. Я знаю, как лучше пробиться. Нужно стрельнуть. Да ёб твою мать. Нет, так как он плавает с этой херней, что не получается. Давай. Да ёб твою мать. Еля. Слава богу. Так, надо всплыть. Давай, всплывай. Надо подышать. Блять. А, они, походу, когда всплывают, они взрываются, да? Просто от того, что они всплывают, что ли? Только поэтому? Ух ты. Как это я нырнул туда и не попал. На карте я был вот там, где знак... А, восклицание, так подожди. Может, типа, надо еще одну тогда? А че он так плывет медленно? О, вот это оно. Давайте переключаемся на нож и попробуем всплыть по-быстрому. Сейчас бах! Ну и куда оно уплыло? Скажите мне, пожалуйста. Нет, не то нажал. Черт. А нужно было просто эту, что ли, отбить эту бомбу и все. Ладно, я понял. Я там, походу, вначале пропустил несколько... Ой, вот, я пропустил код Энигмы, письмо, видимо, пропустил, скорее всего, и точно пропустил золотую какую-то херню. Потому что вначале, видите, нет ее. Ну ладно. Так, может, тут внизу что-то есть? А тут что? Давайте сейчас... Опа, дневник Рамоны. Дневник Рамоны, запись 4. 25 июня 1940 года. Оказывается, нацист очень высоко ставит свою мать. Я узнала об этом, когда он умирал в нужнике на булочной. Я зарезала его ножом. Он все шептал. Мути, мути. У меня дрожали руки. Чуть нож не выронила. Я его выманила на улицу, сказав, что там я его поцелую ночью. И подрезала его. Рамона. А тут типа течение или что? Чего он не хочет вылазить, я не пойму. Как додик себя ведет. Так, эти ящики нам не разрезать по-любому. Вот здесь кот лежит один. Здесь не открывается ничего. Хотя вроде замок как будто бы можно открыть. Как будто бы... Так, внизу давайте посмотрим, ничего ли я не упустил. Блять, да что же такое? Так, вон там что-то внизу уже. Нам нужно налево, да вообще? Так, тут ничего нет. Дневник Рамоны. Запись 5. 29 ноября 1940 года. Оказывается, нацист обожает сосиски. Я узнала об этом, когда он лопал свой ужин, хотя цианистый калий наверняка испортил весь вкус. У него закатались глаза. Одни белки были видны. А он все жевал. Цианид. Я стащила у мамы. Иногда меня мучает раскаяние, но тогда я вспоминаю Якуба Броцика. Подожди, если я хочу проплыть не сюда, допустим. 19 лет, нырнул в колледж, чтобы вытащить отцовские часы. Там было не так темно.
тут ничего нет. Там мне никуда залезть по-тихому нельзя. Чик. Вылез здесь. Надо попробовать. Так, тут никого нет хоть. Ух ты, а что тут внизу-то? Интересно. Так, давайте походим сначала. Карту разведаем. Здесь закрыто. Наверное, надо было с другой стороны все-таки. А здесь чего? Там я куда-то смогу упасть? Блин, давайте попробуем сначала туда. Уильям, прямо над тобой находятся катакомбы. Там есть лифт, на котором можно подняться к оружейному складу. Это я понял, лифт вижу. Дневник Рамона, запись 6. Рамона пишет. 2 мая 1941 года. Оказывается, нацист хочет спать после оргазма. Это я узнала, когда его маленькие живчики вытекали из меня на простыню. Его лицо посинело. Я ведь задушила его во сне веревкой. Завтра мне исполнится 18 лет. Боже мой, какие страсти. Такая, конечно, игра своеобразная. Детям точно не рекомендуется. Так, вон золотая одна штука лежит. Здесь ничего нет. Такое темное место, любят в таких местах всякую херню класть. А ну-ка здесь. Не, ничего нету. Блин, мне кажется, что что-то блестит. Или нет? А ну-ка. А, не, наверное, просто показалось. Ладно, нам пока не сюда точно. Так, ты же эти не распилишь штуки, я думаю. Нет, надо как-то просто с другой стороны обойти. Давайте, у меня пистолет есть, ёптить-боптили. Так, тут закрыто, значит нужно либо вниз нырнуть. Ай. Туда точно не надо нырять. Так, это я вылез. Подожди, а, все, лестница. Так, здесь ничего нет у нас. Нет, тут не открывается нихера. Эти решетки не режутся, значит полезли с вами наверх. Вот эта херня может режется. Хотя, не похоже. Вот, код Энигмы, отлично. Мало, конечно, я кодов нашел пока. Но. А, вот я с другой стороны и вышел. Золотая лунница. Со свастикой. Вот где-то одну, видите, я пропустил. Я примерно знаю, где в самом начале. Там вроде какой-то ход был, но мне показалось, что это не ход. Наверное, там и был. Была одна золотая реликвия, или как это называется. Как мне теперь отсюда выйти? Смогу ли я распилить? Ой. Нет, не пилится. А как выйти? Подождите. А, тут, наверное, надо через верх вылезти. Или нет? Да, через верх. Хорошо, но мне нужно обратно, потому что я там еще карту не обыскал. Обратно нужно сюда прыгнуть. Хлюп. Поплыли. Так, и теперь нужно... Ты движешься назад, Уильям. Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Естественно, знаю, мать. Все нормально. Не кипишуй. Я еще здесь не был. 32 года. Переплыл отстойники под лабораториями черепа. Но там было почище. Так, давайте до конца доплывем. Может там чего-то есть. Ох, он и долго плывет по воде. А, все, вот это где я только что был, да? Да, отлично, значит только сюда. Так, подожди, я тут не был хоть? А то у меня какое-то чувство. Дежавю. А, все. О, есть здесь код, есть Энигмы. Отлично. Давайте распилим. Все. Отлично вообще, все замечательно. Так, ну пару кодов я упустил, но я обязательно за ними, конечно, вернусь, потому что я все обыскиваю. В любом случае. Давайте же в лифт скорей и поднимаемся здесь.
Ух ты. Зарядил лифт. Отлично, капитан Бласкович. Ты в арсенале. Это второй этап плана по поиску подводного убежища света. Сета. Где-то здесь должен быть грузовой состав. Он набит оружием. Стрелковые, артиллерийские снаряды, торпеды и все прочее для военной машины нацистов. Ты угонишь тот состав. Стрелковое оружие пригодится нашим бойцам, но наша главная цель – торпеды. Они нужны, чтобы захватить немецкую подлодку. Ну, давай по порядку. Угони состав. Так. Железная дорога. Уже недалеко. Нужно найти поезд и уехать на нем отсюда. Все просто. Давайте найди состав и отведи его на заброшенную станцию на севере. Наши люди будут ждать тебя там. Клаус расскажет на месте, что делать дальше. Соберем ножички. Так, здесь подзарядка. А тут, кстати, улучшение для нашей херни. Лазер-крафтёк Тесла. Ух ты, как в лодауте прям, Тесла. Лазер-крафтёк был улучшен, снабжен Тесла-модулем, изменяющим частоту луча. Теперь луч будет действовать на любые механические объекты, близкие к его траектории. Это как? Позвольте меня узнать. Не особо я понял. Ладно, сейчас разберемся. Надо подзарядиться. Ножичек. Так, тут ничего нет такого секретного. Не, сюда не залазит. Ладно, давайте подзарядимся. Да ёб твою мать. Что, там ничего нету, что ли? Зря только пилил. А, можно сетку вырезать, да? Ох, я вырезатель. Или выпрыгнет? Выпрыгнет. Давайте переключимся на пистолет. Так, надеюсь, поезда здесь не ездят. Они только стоят и ждут, пока я их угоню. Так, здесь... Здесь пусто. Раз улучшили мне пушку, наверное, здесь будут какие-то роботы. Потому что... Иначе никак не может быть. Дневник Рамоны, запись 7. 29 мая 1941 года. Оказывается, нациста растят лентяем. Я узнала об этом, когда оторвалась от трех немцев бегом и с ящиком гранат в руках. По-моему, я беременна. Да почему я не умею стрелять? Немного странные записки. Дневники, точнее. Опа. Два офицера обнаружено. Только почему я их не вижу у себя на карте? Так, одного вижу. Все, они два там рядом. Нужно их мочить. Давайте залезем наверх. Но они один ближе, другой дальше, да? Вот он. Одного сняли. Еще один готов. Так. Один далеко здесь. Кто у нас? Кто стоит? А, то собака. Собаку убрали? Убрали. Внизу никого нет. Камеры, да, всякие стоят. Надеюсь, меня никто не заметит. Давайте-ка сюда залезем. Ку-ку. Здесь вроде никого нет. Надо тихонечко, потому что это... Все-таки надо второго убить, мудака. Так, камера не... Камеры не стреляют, а значит, они безопасны. Здесь вообще закрыто, блин. Ладно, там, скорее всего, наверху
какой-то главный центр, они могут меня оттуда увидеть. Нужно аккуратно. Так, фрагмент кода. Отлично. На карте у меня еще пару кодов отмечено. Ну или не кодов, каких-то секретов, поэтому надо быть начеку. Кукушечка. Так, тут никого. Хорошо, что мы убили собаку. Мне показалось, что красным мигнуло. Как это красным мигнуло? Откуда он меня увидел? А где он, тварь? Как он меня мог увидеть, я не пойму. Он где-то за углом должен был стоять. Где-то здесь. Вот прям куда я смотрю, по идее. Ну, по-тихому его замочил. Вроде все тихо. Так. Давайте теперь по существу. Где кто-то еще есть или нет? Чтоб он сейчас мне карты тут не спутал. Блять, кто-то есть. Рано я прыгать начал. Нет, все. Получается, только одного я не утихомирил. Ладно, что это такое? Блять. Все, понял. Сейчас мы немножко поуничтожаем. Надо где-то зарядиться. Тварь! Ну блин, что-то он бессмертный немного. Сука, патроны закончились. Опять закончились. Где-то есть зарядочка у нас? Ну хоть на автомат патроны давайте сделаем. А, вот зарядка. Давайте зарядимся, пока он идет сюда. Ну тварь, умирай. О, отлично. Суперсолдат 1960 года. Суперсолдаты нового поколения – это идеальные современные боевые машины. Их тщательно спроектированные тела покрыты блестящей броней из сплава стали и титана. А вооружены они обычно суперлазерными пушками. Вот такими вот, как тут лежит. Так, как же мне зайти? Мне надо наверх попасть. А, наверное, запрыгнуть. Так, ладно. Надеюсь, второй такой додик не вылезет. А, все-таки она закрывается все-таки, да? Ну ладно. Закрывается, так закрывается. Мы пока ящики раздербаним. Посмотрим, чего тут у нас можно полезного найти. Жизни, да? Эх, лазеркрафт век. Подожди, я думал, я хоть вылезу потом отсюда. Мне надо выйти по-любому туда. Я надеюсь, что я вылезу. Потому что я там мог сказать, и точнее не мог, а упустил какие-то моменты некоторые. Так, какой-то подвал у нас имеется. А, тут бронежилет. Я думал, тут уже кого-то мучают. Так, а это куда? Ведет. Жизни, гранаты. Все, точно больше ничего нет полезного. Вроде нет. Так, а мы там выйдем разве?
Да. А, все, отлично, он тут двери открывает. Это хорошо. Ну давайте пока прошвырнемся наверх, где мы еще не были с вами. Так. Эта дверь заперта. Ку-ку. Ку-ку. Нам нужно наверх, потому что наверху здесь должно пару секретов. А вот там вот, да. А здесь чего? Куда мы попадем, если заползем в эту вентиляцию? А, ну все, самое начало. Да, кстати, вентиляции это не увидел, когда заходил. Как ни странно. Что там лежит? А, ножик. Режек, ножик. Я, кстати, мог, наверное, забраться. Нет, тут бы я не забрался. Здесь по-любому секреты какие-то. Да, энигма лежит. Так, код энигмы, все, получится последний. Два где-то я пропустил. И письмо мне осталось. Письмо, код энигмы и... Наша группа заняла позицию заброшенной станции на севере, Уильям. Они встретят тебя там. О, уже вон ребятушки побежали. Вот эта херня вроде не простреливается, насколько я знаю. Хорошо, что наверху. Пуль не пробиваем вам. Только мне все надо вылезти, чтобы их расстрелять. Надо им попасть сзади в этот, он тогда взрывается. Вот сек там у него такой есть. Вон он, по-моему. Вот ты, тварь, зарубал уже. Готов? Откуда еще стреляют? А, вот такой же муштандоид. Вы видите, вылез. А где ты взялся? Поднялся просто, что ли? Так. Кто еще там есть? Кто-то есть. Хоть обычные солдаты. Блять, сзади стреляют. Ого, я ему тушку размочил-то. Сука. Откуда они заходят, мудаки? Бля, и стреляют. Откуда? Все. Или не все. Блять. Такое что-то где-то робот ходит. Ах ты тварь. Сейчас мы парочку поуничтожаем. Где-то там секрет лежит. Вон он, наверное, да? Мигает. Все, угомонились или нет? То мне не особо хочется туда спускаться, если они там еще живые. Так, здесь я все пособирал. Автоматные патроны. Здесь все забрал вроде как. Пистолет, патроны не нужны. Наверное, да. Вроде тихо, можно, значит, спускаться. Блять. Зачем я спустился? Там робот ходит. По-моему. Видели? Блять, если ты еще бежал. Да быстрей. Или можно переключить. Нет, он туда выкидывает. Сука, мудак. Там еще никто не стреляет, или он так стреляет просто? Там еще один робот. Ёб твою мать, а ну все, их какой там дохера. Блять, надо зайти. Дверь нельзя закрыть никак. Ладно, тогда придется отстреливаться вновь. Вот тупорылые, они постоят, попадут, у меня стреляют. Ну стреляйте, стреляйте. Ладно. Будем их туда по-тихому сверху, лишь бы патронов хватило. Ля-ля, уроды, да я там тупо стреляю. Тупорылая немножечко.
патроны закончились, дело в том, что. Так, этого додика снесли. Там еще один обычный есть. Вот, а, блядь. Да встань. Блядь, два этих робота. Они, слышишь, они даже простреливают, походу. А стекло прострелят? Слава богу, нет. Вроде бы не простреливает. Блин. Ну, сейчас и патроны кончатся. При таких раскладах. Они у меня уже кончились практически. Дробаш есть? А чё я туплю? На, тварь. Сука, да умирай, подонок. Все, патроны кончились. Одного снести, с одним уже полегче будет. Сука. А, она потихонечку заряжается, но она, не заряжается ненадолго. Блин, ну придется пистолета их мочить. Ну вообще урон будет пистолета. О, видите, где я его разделал с пестика. Пестик отличная штука. Да, так просто они мне уйти, видите, не хотят. Дать, чтоб я убежал. Блин, там еще какой-то шкрек стреляет вдалека. А то кто такой, не по-моему, стреляет. Что, на пулемете сидит или что? Я не пойму. Я с собой вижу. Тут тоже робот или что? Да умри, блять, кто ты такой по жизни? А, ну робот только маленький, да, или что? Или такой же все-таки? Да ёб твою мать. Блять, падла. Надо, короче, идти за орудием каким-то. А, ты уже на пистолет, у меня были патроны. Вот они. По 20 штук возьму. К нему штандой, я сейчас, сука, слезу. Здесь слезу, блядь. Заберу патрончика немножечко. О! А ну иди сюда, блядь. Все, тварь. Отлично. Блин. Ну вроде всех разделали. Давайте же. Так, гляньте тут. Оп. Где-то тут что-то лежало, я видел. Сверху. А, вот. Нет, это не то. Где-то здесь секрет. Под лестницей. Хитро. Так, ну почти все. Я пропустил одну энигму, пропустил одну золотую какую-то, золотой предмет и письмо. И я обязательно переиграю, чтобы вас не томить. Вот. Так, а что у нас там вообще? Интересно же пробежаться. Может, там чего-то есть еще. Или нет, или я буду туда ехать просто. А куда нужно идти? А, ну сюда, да. Или все-таки пробежаться, посмотреть, что там у нас будет. Может, там что-то тоже какая-то чаша лежит или что-нибудь типа того. Вообще тупичок, быстро. Я думал, далеко так идти там можно. Нихера. Ну тогда все, что. Летим в поезд, садимся. Там, по идее, нас должны уже встретить, как нам сказали. Давайте на всякий случай мы еще на всякий случай поищем патронов. Потому что вдруг сейчас придется отстреливаться. Вот. Брони насобираем. Добротно, чтобы все было. Вот, пулемет мне этот не надо. Дробовик. Так, тут тоже этот пулемет не особо мне нужен, хотя почему бы и нет. Только я не знаю, я залезу ли я в нем. Сюда ж надо, правильно?
О, залез. Ну что, поехали. Приготовьтесь к отправлению. Все просто чисто? Хвост за тобой был? Нет. Нет? В каком смысле нет? Да? У меня есть приятель, который занимается доставкой грузов в верфи. Все в порядке, Хорст. Только не бери слишком много ящиков, они поймут, что дело нечисто. Я. Они поставляют торпеды для всех нацистских подводных лодок в Европе. Ты спрячешься в торпеде, а Хорст предложит ее в общую кучу. Подложит. И завтракать ты будешь уже на подводной лодке. Как только у нас будет подводная лодка, мы доставим ее в тайное убежище Сета. Я? Если кто встанет на пути, бах-бах и крышка. Ну давай же. Я сам свинью выдеру, ты только за уши держи. Значит так, ковбой Джонни. Полезай в торпеду. Как будешь на борту, установи это в радиорубке. И подними буйковую антенну. Будем держать связь. Меня в торпеде. Во тьме мечты исчезают. До них не достать. Просто тоскуешь по свету.